Доброго здоровья, уважаемые посетители моего канала. Я закончил такую для себя обязательную работу. Я сам тоже обучаюсь. Как-нибудь расскажу, чему я обучаюсь. Вот. Довольно-таки продолжительный был труд, но закончил. И теперь, как я говорил, у меня появилось время, появилось желание, оно давно появилось, продолжить делать свой травник. Поэтому... Пока я это все делаю, присоединяйтесь ко мне и будете травознаями, травниками. Поможете себе в очень и очень многом. Что я еще вам хочу сказать? Вот я прошел разные, так сказать, методы оздоровления, понимая ихнюю силу, что может дать тот метод, что может дать этот метод. И столкнулся с тем, что все-таки имеется, несмотря на то, что я написал современное траволечение, книжку, имеется довольно-таки большой пробел в этом знании. И надо бы его не просто освежить, а пополнить. Поэтому присоединяйтесь ко мне. И хочу сказать, что вы будете моими учениками. Мы с вами вместе все это пойдем. Возможно, вы еще больше будете знать. Одно дело, я вам кое-что буду там рассказывать, а другое дело, это еще все будет написано. То есть в виде этого. И, глядишь, через какое-то время, ну, через год, через два, может быть, раньше, получится великолепная работа по травам. Так что не пропустите, кто хочет знать. Итак. В свое время, когда я, так сказать, немножечко ими занимался, были довольно-таки хорошие результаты, а именно по удалению полипов. Я уже рассказывал, у женщины на ухе был такой вырост. И она говорит: Петрович, что будем делать? Я тогда вел, понимаете? Вот не просто я там книжку для себя и для себя написал, но вдобавок еще такая общественная работа, вел, по-моему, года три, наверное, может чуть больше, клуб «Бодрость», в котором приходили люди, с которыми надо общаться. Ну, примерно сейчас я так веду, но лично не общаюсь. Но, тем не менее, некоторых вас протащил через город, через паразитарку. Советы даю и так далее. Это мое хобби, хочу сказать. Так вот, рожок у нее вырос на ухе. Она говорит: что это такое? И мы применили от... Я говорю: полипы, скорее всего. Давай-ка применим вот это вот это средство. Применили, только опа, она сказать, кусок, как куриный пупок, вывалился у нее из кишечника. И через некоторое время этот раз рожок и засох. Лилия Ивановна, я назвал ее, кто такой, моей звездочкой. Очень она потом прониклась, так сказать, ко мне. Женщина пожилая. И вот смотрите, какие травы будут в первую очередь идти. Те, которые сейчас появляются, и те, которые, можно сказать, наиболее известные и оказываются наиболее полезные. Редкого не будем. Поэтому начнем с одуванчика. Ну, вот тут у меня описание, что такое одуванчик, как это, подземный орган, заготовка, как производить. Как, значит, корни, химический состав, очень интересный химический состав для того, чтобы, так сказать, отдать дань уважения и науке. Что тут имеются? Уникальные такие углеводы, как инулин. Инулин – это растворимая клетчатка, она растворяется в воде с образованием студенистого материала, который может помочь снизить уровень холестерина и глюкозы в крови. А это, в свою очередь, может повлиять на лечение онкологии. Ну, дальше немножечко почитаем, я так все не буду читать. Так, что содержится в свежесорванных цветах одуванчика? Какие биологически активные вещества обнаружены, млечный сок и так далее, так далее. Вообще, за одуванчиком давно закрепился статус эликсира жизни. И вот он только начинается. И мы его, обладающего болеутоляющим,
желчегонным, мочегонным, патагонным, противовоспалительным, тонизирующим и многими другими полезными действиями. Значит, отвары и экстракты из корней одуванчика лекарственно возбуждают аппетит, стимулируют желчеобразование. В печени способствуют желчеотделению, активизируют секрецию пищеварительных соков в желудке и кишечнике. Обладают слабительным, мочегонным, спазмолитическим действием. Скачем, я должен сказать, галопом по Европам. Но тем не менее, корень одуванчика – самая сильная и ценная часть растения. Заготавливают их ранней весной до цветения и осенью. Но осенние корни существенно отличаются по своему составу от весенних. Потому что к осени одуванчик накапливает природные полисахариды. В осенних корнях содержится до 40% инулина, природного родственника инсулина, что делает их ценнейшим средством для диабетиков. Видите, как мы тут все захватим, все полезное, что может дать нам одуванчик. Корни применяют, самое простое применение, в виде отвара или настоя из расчета 10-20 граммов сырья на стакан воды 200 миллилитров. Приготавливают настой лучше всего в термосе со стеклянной колбой. Это я уже проверил. Вечером залили, а утром уже принимайте. Принимают по одной столовой ложке перед едой при гепатите и воспалении желчного пузыря, болезни Боткина, анорексиях различного происхождения, аноцидных гастритах. Благодаря высокому содержанию инулина можно пить при начальном диабете второго типа, а возможно и дальше, но надо попробовать. Действие усиливается при сочетании корня одуванчика с листьями черники, крапивы и створками фасоли. Это при диабете второго типа. Оказывается, чем вяжущие вещества, которые находятся в створках фасоли, почему? Они способствуют удержанию, допустим, тех же сахаров, а не просто их прогнанию через почки и выделению. Плюс еще усиление обмена веществ, это из-за горечи уже этого самого корня одуванчика, способствует тому, что клеточки лучше начинают усваивать сахар. Я вам как-то говорил, я так бросаю изюминки, такие, можно сказать, жемчужинки, которые вам очень и очень помогут. А одна из них это то, что сахарный диабет имеет несколько стадий. Вот говорят, предрасположенность к ожирению, набору веса, это, как бы сказать, предвестник сахарного диабета. Так позвольте же, вот светлая голова перед вами сидит. Ну, смотрите, как она светится. Так вот, оказывается, смотрите, из-за того, что человек потребляет больше пищи, чем ему надо, вначале организм пытается это усвоить в виде роста жировой ткани. А когда уже жировой ткани расти некуда, он и начинает ее просто-напросто, вот этот все излишки в виде там сахара и прочее, просто выбрасывает из себя. И начинается сахарный диабет второго типа. Видите, какая, так сказать, теория красивая. Она не просто красивая, она еще рабочая. Уменьшаем количество пищи, увеличиваем количество движений и плюс некоторые травки, допустим, с горьким этим самым вкусом. И все. И можно избавиться от этого. Кто имеет голову, а кто не имеет голову, ну, пожалуйста. Давайте вот как раз для диабетиков. При сахарной болезни употребляют салат из сырых осенних корней. И кофе из корней можно делать, высушенных и поджаренных на сковородке, а затем перемолотых в порошок, одна чайная ложка порошка на стакан кипятка. Все. Можно использовать измельченные высушенные корни, 2 чайные ложки, 10 минут варят в стакане воды, отвар принимают внутрь по половине стакана 2 раза в день за 20 минут до еды. Кстати, вот такая интересная вещь, как опухоли груди, лимфатические узлы, которые это. И, кстати, у некоторых людей там есть кое-какие увеличения, допустим, разрастание, ну, грубо говоря, увеличение, ну, так и скажем, яиц. То есть у мужчин имеется такая штука, как одно яйцо больше другого. Ну, вот такое вот. Я сам видел в бане, представляете, это какой-то кошмар. Так вот, лимфатические узлы, все это там, затвердение. Значит, корни одуванчика, собранные в апреле-мае,
А лучше сейчас, вот в начале апреля, вот именно сейчас, растертые в кашицу и прикладывают, растирают в кашицу к опухолям на груди у женщин для их скорейшего рассасывания, а также к затвердениям на лимфатических узлах под мышками и в паху. Этой же кашицей лечат геморроидальные шишки и останавливают маточное кровотечение. Кашицу заворачивают в марлю и ставят тампоны. Ну, от геморроя я хочу сказать, что геморрой – это следствие уже. А нарушение – это то, что у нас где-то имеется, будем говорить, пробки в кровоснабжении. Скорее всего, это где-то в области печени. Как только печенку почистим, геморрой только исчезает. Ну, не у всех, я должен сказать. Сок свежих растений, корни, листья, цветы используют в качестве примочек при венозных нарушениях, укусах змей, недостаточности лактации у кормящих матерей, воспалении лимфатических узлов, также сок одуванчика консервируют впрок. Как консервируют? Я не буду читать рецепты. Это когда эта книга появится, тогда. Рецепт номер один, рецепт номер два. Кстати, еще Авиценна лечил млечным соком одуванчика сердечные и почечные отеки и сводил бельмо в глазу. В желтых цветках одуванчика содержится лютеин, необходимый для нормального функционирования глазного зрачка. При его недостатке зрение ухудшается и развиваются глазные болезни. Пожалуйста, используем. И вот я сколько вижу детей в очках, они знают, что и как. И говорят, знаете, вот просто на отвали пришли, вот у ребенка там 3, 4, 5, сколько там ему лет, это, тачки, и все. И уже он как этот самый, как какой-то, знаете, вот он уже это самое, с этими очками ходит, и все, понимаете? Вот. Это что же как-то действует на ребенка угнетающе? Надо плевать на все, на детей, на все что угодно. Порошок из высушенных корней одуванчика используют для усиления выведения из организма вредных веществ с мочой и потом, как антисклеротическое средство, а также от подагры и ревматизма. Им лечат раны, ожоги и язвы. Смотрите, вот порошок из растертых сухих корней одуванчика пьют по одной чайной ложке 3 раза в день перед едой при атеросклерозе сосудов головного мозга для выводения из организма холестерина, токсинов и шлаков. Используют его и как противоопухолевое средство. Видите, надо знать. Вот. А не просто, знаете, одуванчик там человек ест, не знает, что и для чего. А вот когда вы знаете, вы целенаправленно используете, как противоопухолевое средство, содержащееся в корнях одуванчика сапонины, это такие как мыли подобные вещества, связывают лишний холестерин, образуя с ним труднорастворимые соединения, тем самым препятствуя питанию раковых клеток. Горькое вещество тараксацин стимулирует образование лейкоцитов и активизирует иммунную противораковую защиту организма. Употребление в пищу сырых корней одуванчика, особенно в смеси с сырым, натертым на терке корнем лопуха, и, кстати, лопух же сейчас, мы о нем тоже узнаем, может через 10 дней останавливать рост раковой опухоли, а затем и уничтожать ее. Ну, такие данные есть. Это не значит, что на 100% это верно. Но кому-то помогало. Ревматизм. Системное воспаление, воспалительное заболевание соединительной ткани с преимущественной локализацией болезнетворного процесса в оболочках сердца. Поражает. Молодежь косит только и так. Оказывается, в сезон роста одуванчика можно избавиться от ревматизма. Для этого стебельки одуванчика, на которой растет желтый цветок, надо есть сырыми. Употреблять столько, сколько позволяет организм, чтобы не было дискомфорта ни со стороны желудочно-кишечного тракта, ни со стороны почек. Лучше всего есть стебельки на третий день после выброса цветка, когда стебельки делаются чуть коричневатыми и в них много целебного сока. Видите, какие маленькие дополнения.
Больные суставы при артритах и полиартритах можно лечить с помощью одуванчика очень просто и эффективно. Как только расцветает одуванчик, срывают 10 штук желтых цветков и тщательно переживав, глотают. Так поступают до тех пор, пока не пройдут боли. Если посчитаете нужным, то сорванные цветки можно вымочить в растворе соли, ну, чтобы не было там горечи, допустим, или считайте, что там паразиты могут быть, минут 5, или опять кипятком для обеззараживания. Вот такое поедание свежих цветков одуванчика считается самым лучшим, простым и доступным средством для, запоминайте, очищения крови и лимфы, для увеличения гемоглобина, предупреждения ожирения, цирроз, разрушает камни в желчном пузыре и чистит протоки, лечит печень, гастриты, авитаминозы, улучшает аппетит и пищеварение. Представляете? Будем говорить, вот я там занимался там изодинамической гимнастикой, да, энергетика, но если я добавлю и этого, а я добавлю, я уже завтра это добавлю, я не буду откладывать это на послезавтра, я добавлю это завтра. Необычайно эффективно подобное лечение при повышенной кислотности желудочного сока. Значит, у кого эти болезни в хронической форме, то есть артриты, полиартриты, сушат цветы на зиму, а потом запаривают кипятком и съедают по одной столовой ложке в день утром натощак. Те, у кого сужение сосудов или ишемическая болезнь сердца, едят не цветы, а цветочные стебли в сыром виде от 5 до 10 штук натощак за 2 часа до завтрака, тщательно пережевывая. Отвар из цветкового одуванчика рекомендуется применять при бессоннице и гипертонии. Если вам как-то не нравится вот вкус, вы можете добавлять немножечко меда. А именно, знаете, как делать? Вот, допустим, эти цветы, ну, нарвали, допустим, цветков там сколько там, 10, там 20 сорвали, ну, пускай 10 штучек, да? Значит, в блендер их и наливаете туда, ну, примерно, пускай там 50 граммов воды. И все это перемололи, потом по вкусу добавили пол чайной ложечки, допустим, медка, все это размешали, и оказывается, мед как конь, на который садятся вот эти все лечебные вещества и несутся по организму во все стороны. Болезни щитовидной железы. Когда в организме недостает йода, делают салат. К листьям одуванчика добавляют немного морской капусты, корень или зелень петрушки, отварную свеклу и приправляют постным маслом. В результате получаете прекрасный источник йода, который хорошо усваивается для организма, от употребления которого обязательно наступит улучшение состояния. Есть мед, он же варенье из одуванчика. Мы уже знаем, что одуванчик лечит суставные заболевания, может помочь избавиться от камней в желчном пузыре и почках, да? Благодаря улучшению обмена веществ происходит избавление от остеохондрозов, боли в суставах, в области шеи, боли в пальцах от их искривления. Если вот так крючит пальцы, представляете? И в этом может помочь мед и варенье из одуванчика. Оно одно и то же примерно. Ну, просто называется это мед, а это варенье. Приготовление меда из одуванчика, пожалуйста, описано. Рецепт номер 1. Приготовление меда из одуванчика, рецепт номер 2. Все сделано и так далее. Как принимать? Значит, годовой курс приема одуванчикового меда позволяет мягко очистить и привести в порядок главный фильтр организма, о которых мы говорим, а вот я не могу масло пить, я не могу лимонный сок и так далее. Пожалуйста, вот огромное количество других способов, которые могут быть еще лучше, нежели то, что вы знаете. Я также вывести ненужные солевые отложения из клеток организма. Противопоказания. Есть, написано. Значит, варенье из одуванчика, ну, это то же самое, его рекомендуют при зубе, заболеваниях почек, печени почек, хастрит, это гепатите. А густой экстракт из одуванчика применяют как горечь для усиления секреции пищеварительных желез и как желчегонное средство. Свежие листья и сок
из листьев рекомендуют при лечении атеросклероза, кожных заболеваний, при авитаминозе витамина С, малокровия. Кстати, в листьях одуванчика много фосфора, больше, чем в других листовых овощах. А биологически активный фосфор – это здоровые и крепкие зубы. Бивни будет, как у слона. Листья одуванчика очень горькие, и привыкнуть к ним не так-то просто. Чтобы частично удалить горечь, свежие листья вымачивают в соленой воде полчаса, а потом уже едят. Чтобы облегчить привыкание к салатам из одуванчика, свежие листья надо вначале добавлять в салаты с другими овощами и зеленью, постепенно увеличивая их пропорции в салате. Например, 1 к 10, одна часть листьев одуванчика, а 10 частей, грубо говоря, вот того салата, помидоры, огурцы или что там вы дали. Потом 2 к 10, потом 3 к 10 и так далее. Пока не получится самостоятельное блюдо, салат из листьев одуванчика. Весной, как только появляется одуванчик, это сейчас, вот время, сейчас. О! Вы можете проделать лечебно-профилактический курс из листьев одуванчика, делать салат и употреблять их в пищу. Это позволит лечить печень, желчекаменную болезнь, гастриты, авитаминозы, малокровие, болезни кожи. В целом улучшить аппетит и пищеварение. Люди, ежедневно и регулярно употребляющие такие салаты, отмечают улучшение цвета кожи лица, обратите, до и после моего применения одуванчика. Возвращается здоровый румянец, исчезает бесследно угри, прыщи, постепенно очищается кожа. Настой травы вместе с корнями употребляют при различных заболеваниях желчного пузыря, опухолях, водянке, мочекаменной болезни, геморрое. Настой из одуванчика применяют при сыпях, угрях, фурункулезе. Раньше в северных районах России люди принимали одуванчик от цинги и желтухи. Ушло это знание, все, идем туда, полечите, полечите. И в результате уже, это не желтуха называется, а гепатит, который имеет это С, Б, Б, Т, 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 Т. И лечат, и лечат, и лечат. И никак вылечить не могут. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Одуванчик применяют как успокоительное и снотворное средство. Поднимает тонус организма, повышает настроение. Так, масляную настойку корней одуванчика. Ага. Одуванчиковое масло есть. От проблем с пищеварением хорошо помогает одуванчиковое масло. Говорят, что оно обладает фантастической силой. Использует его при болезнях печени и камнях в желчном пузыре, как желчегонное средство, помогает при привычных запорах и любых проблемах ЖКТ, гастриты, колиты. Кожные заболевания, экзема, псориаз, рожественное воспаление, импетиго, застарелые раны, шрамы, следы ожогов, лечат накладыванием на пораженные места, пропитанных этим маслом льняных салфеток. Кстати, вот эти все незнакомые термины, как импетиго, что это такое? Оказывается, я для себя, понимаете, не просто вот что-то набросал, там, да-да-да, читайте, да разбирайтесь. Мне важно самому понять и самому применить, и самому почувствовать эффект. Вот что мне важно. А не то, что сделать там анализы, еще кому-то что-то докажи. Докажите себе, в конце концов, что вы достойны чего-то в этой жизни. Итак, импетиго – совокупность заразных гнойничковых заболеваний на коже, вызываемых стрептококками и стафилококками, на долю которых приходится более 15% всех кожных заболеваний. Это строго научные данные, я вам так читаю. Не то, что этот ля-ля-ля-ля-ля, лишь бы что-то там молоть вам, знаете, для заполнения эфира. Приготовление масла, пожалуйста, вот оно есть. Водочная настойка, пожалуйста, вот она есть. Кстати, водочную настойку применяют при лечении эпилепсии. Насколько эффективно, я не знаю, но применяют. Сборы корней, сбор при желчном, употребление в пищу. Его издавна использовали в пищу практически все народы, от древних китайцев. Первых переселенцев в Америку до современной кухни. Молодые листья одуванчика используют для приготовления салата,
погружают на 30-40 минут соевой раствор, чтобы обеззаразить и уменьшить горечь. А также борщи варят. Представляете? Из святого диванчика варят варенье, делают вино. В Англии с давних времен изготавливают очень популярное вино из цветков одуванчика. Пожалуйста, вино из одуванчиков. Это светло-желтое вино с легким цветочным ароматом и приятным вкусом. Приготовление! Есть! А! Все, понимаете, вот все есть. Опа! Рецепт, приготовление, что, че, как, куда. Брожение, тара-ра-ра-ра, сколько она длится, та-та-та-та-та-та-та. Из раскрывшихся бутонов готовят одуванчиковый мед. Значит, из поджаренных корней одуванчика делают сурогат кофе. Кофе без кофеина. Говорят, что для здоровья это самый здоровый и полезный кофе. Косметика. В косметике для удаления веснушек, пигментных пятен, чтобы избавиться от бородавок, когда возникают суставные боли от зимних холодов, лосьон для жирной кожи, маска для стареющей кожи, настойка от веснушек, питательная маска, маска для жирной кожи. И, наконец-таки, противопоказания. Что, что и как. Вот такие это дела. Так что зацените мои, так сказать, труды. Как говорится, не жалейте. А кто хочет, вот, знаете, есть люди, как говорится, локомотивы. Когда вот что-то начали, присоединяйтесь к этому. И вы получите такие знания, которые вам пригодятся на всю оставшуюся жизнь. А сейчас времена меняются. Все думают, фармацевтика им поможет. Как мы знаем, вот полинос этот, вот эта вот аллергия на пыльцу нам просто обещает, что она через несколько лет будет практически у каждого второго, количество раковых заболеваний вырастет тоже, сердечно-сосудистых вырастет тоже, суставных вырастет тоже, все только растет. А где же, так сказать, результаты нашей науки, которая должна о здоровье заботиться? Нету. И только некоторые люди, ну, это больше такие, как я, с такой светлым лбом, делают что-то такое, что идет вразрез с ними, и в то же время реально работает. Ну, вот как-то так. Так что я закончил там свои дела, и теперь активно приступаю к этому. А я, если взялся, вот я там взялся за то дело, и вот пока его не закончил, я, будем говорить, все остальное притормозил. Теперь я берусь вот за это дело. Двумя руками все остальное я притормаживаю, пока не выйдет травник в том виде, в каком он меня устраивает.